Добрый день. Как вас зовут? Илона. Илона, да? Сколько у вас деточек, Илона? Четверо. Четверо, да? Спят? Спят. Мы не стали их будить. Вот тут вышла маленькая девочка. Как тебя зовут? Мне 6,5. А как меня тебя? Ангелина зовут. Ангелинка, да? А как ваших деток остальных? Милана, Саша и Диана. Диана, да? Уже сегодня мы проведали их, привезли продукты. Это трудовские. Скажите, как здесь обстановка? Обстрелы. Каждый вечер почти. Стреляют хорошо. Стреляют хорошо. А у вас в этот дом были попадания? Нет. В этот не были. А рядом, наверное, по улице много попадали. Рядом стреляли, да? Да. Попадания были. Ясно. Возле моих друзей. Возле твоих друзей даже попадания были, да? Да. И к ним во двор. И к ним во двор. Ну, так живут детки на линии фронта и под постоянными обстрелами. Огромное вам спасибо. Низкий вам поклон за то, что вы помогаете деткам, которые здесь живут. Спасибо. Спасибо большое. Скажу спасибо.